Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами пойдем в большой светофор под названием «Маяк». Это гипермаркет низких цен, город Курск, проспект Кулакова. Я желаю вам приятного просмотра. Сразу покажу вам график работы с 9 до 21 с понедельника по воскресенье. Как обычно, давайте начинать рассматривать с самого начала. Уголь 2,5 килограмма, древесный 94 рубля. Давно мы с вами здесь не были. Надеюсь, что-нибудь новенькое появилось. Смотрите, какой коврик садовый под колени по 84 рубля. Достаточно толстый, плотный такой для каких-то огородных и садовых работ. Пониже у нас с вами набор для полива. 5 предметов, 152 рубля. Набор, я смотрю, что хорошо подразобрали. Осталось всего лишь 3. И 4 режима здесь у нас вот. Что именно входит, давайте покажу вам поближе. Материал полипропилен, высокопрочная пластмасса, резина. Далее у нас разбрызгиватель вращающийся по 94 рубля. В наборе два вот таких предмета. Кассета для рассады по 44 рубля на 28 ячеек. Грабельки по 140 рублей. Небольшие, удобные, маленькие. Еще есть какие-то лопатки. Так, а сколько же они? А, это совок. Вот совок посадочный 43 рубля. Тоже небольшой. И еще есть грабли маленькие, вилки даже. Вилка такая посадочная, 43 рубля, вот ценник на нее. По составу здесь у нас материал сталь пластмасса и антикоррозийное покрытие. Бассейны стоят большие, 6216 рублей. 259 на 170 на 61 сантиметр на 2-300 литра. Рядышком у нас электрическая помпа для воды. 382 рубля. Вот эти помпы. Электромеханические они. Покажу вам технические характеристики, наверное. Садовые перчатки по 35 рублей. S и XL указаны размеры. Далее перчатки трикотажные. 5 пар по 87 рублей. Смотрите, какие садовые фигурки. 709 рублей, 35 сантиметров. Какой зайчик милый. Фигурки достаточно большие, ну такие средние, не огромные. Хотя вот смотрите, побольше. Такой орел, гусеница высокая. Фигурки есть у нас поменьше, по 235 рублей, 15 сантиметров размер. Голубок. Все, в принципе, интересные. И черепашки прикольные, посмотрите. Суслики, енотики, улитки. Садовая фигура из полистолна. Саженцы плодовых кустарников также есть в продаже. По 106 рублей. Малина. Коралловая сорт, зимостойкая. Далее у нас киржач транспортабельная и черная смородина чаровница. Также есть Татьяна красная смородина. В общем, саженцы еще в ассортименте. Здесь тоже, я так понимаю, саженцы. Много всего сейчас для сада и огорода здесь. Сетка 121 рубль, 2 на 5 метров. Вся она вот так вот скручена. Я покажу вам поближе назначение. Шланг поливочный, 329 рублей, 20-метровый, однослойный, семицветик он называется. Даже есть рукомойники на 3 литра, 93 рубля. Вот, все есть, и даже крышка. Ну, то есть обычный, стандартный такой рукомойник. К
коробка для хранения. Она картонная, обычная, но смотрите, вся запечатана. По 95 рублей. Размер у нее 38 на 33 и на 30 сантиметров. Вот здесь их целый короб. Опрыскиватель пневматический садовый. Зеленый лук на 6 литров. 505 рублей. Много их подвезли. Они уже были примерно такие. По-моему, оранжевые были. Ручка длиной 43 сантиметра с регулируемым распылителем. Сетка садовая. Но здесь смотрю, что ее осталось немного. Хотя нет, вот палет лежит с ней. 457 рублей, 15 на 15, метр на 10. Зеленый лук он называется. Кашпо с поддоном на 27 литров, 229 рублей. Большие какие кашпо. Есть еще белые. И здесь у нас еще шланг поливочный, ПВХ, армированный, трехслойный, 20 метров, 403 рубля. Далее у нас коробки конфет, какие-то подарочные, 394 рубля. Вот такие симпатичные, Амаретто, классик. Здесь у нас 276 грамм. Далее набор конфет по 171 рублю. Здесь 150 грамм. Это вот 150 рублей стоит. Ну и, в общем-то, выбор такой, достаточно большой. Я уже как-то вам показывала подарочный набор. Давидов. Шоколадка и кофе. Стоит 393 рубля. Здесь у нас конфеты тоже. Посмотрите, какие милые котятки. 135 рублей. 100 грамм. Далее конфеты с цельной вишней, 185 рублей, 142 грамма. Следующая коробка конфет, 171 рубль, 187 грамм. И коробка еще есть в темном варианте. Много здесь, прям большой выбор. Конечно, смотрите, по сроку годности 199, 139 грамм. Когда, я имею в виду, было изготовлено. Но это еще с Нового года вот эти упаковки были. По 70 рублей. Далее у нас уголок с книгами. Книги здесь очень выгодные. Завезли вот такие вот музыкальные. Поют они по-разному. Три песенки, домашние питомцы есть. И я вижу, что мимимишки. Но вот ценник я, к сожалению, на них именно пока не нашла. И далее у нас абсолютно разные энциклопедии. Золотой ключик, приключения Буратино. Цены тут в раскидную вот так вот у нас наклеены. Умный чемоданчик по 180 рублей. Книга на картоне с глазками 47 рублей. Ну, в общем-то, вот 300 рублей моя первая книжка. 247, но они здесь, знаете, все большие. Большие и достаточно такие увесистые, толстые. Вот, в общем-то, хочу все знать обо всем на свете. Серия «Космос» очень яркая. Смотрите. Хочу все знать. Здесь именно доисторический мир. Тоже интересно. Ну, в общем, деткам такое будет интересно. Это точно. Вот энциклопедия с развивающими заданиями по 157 рублей. Это новое что-то. Опасные профессии. Хищные птицы. Все такое яркое. А внутри давайте еще раз посмотрим. Вот это вот новая серия. Я, когда была здесь, крайний раз не видела. Все яркое, интересное. Спорт. Военная техника России. Как работает компьютер. Древний Египет. Акулы. Ну, в общем-то, все такое занимательное. И далее у нас здесь стенд такой для деток. Смотрите, есть холст с красками по 515 рублей. Рисование по номерам. Разные абсолютно картины. Ну и остальное у нас разное для деток. К примеру, набор для творчества. Копилка в технике. Ну, нужно будет сделать копилку своими руками. Мозаики. Общим планом вам покажу, потому что неоднократно уже показывала. И книги, конечно. Папки вот
внизу. Даже книги есть. Вот хрестоматия по чтению, первый класс. Не вижу только цену, сколько она стоит. А так я вижу, что четвертый класс, второй класс. И вот здесь вот они также. Третий класс. Хрестоматия по чтению. Давайте пройдемся, конечно, по нашей любимой посуде. Посмотрим, что нового было привезено. Бокалы для шампанского. 836 рублей. 4 бокала в наборе. Есть открытый набор, можем посмотреть. Интересная форма. Но почему-то не как-то не дешево, мягко говоря. Рядом у нас набор. Нет, здесь у нас также бокалы по 931 рублю. Для вина только. Но они такого же плана, открывать не будем с вами. Набор салатников, их два. 197 рублей. Вот они, салатники. Все запечатано. Сделано в России. Набор бокалов для шампанского, 6 штук с дизайном, 357 рублей. Несколько осталось наборов, как я вижу. Всего 3, и то немного потрепали их, конечно. Детские наборы на 3 предмета, 211 рублей. Ну, в общем-то, мы их с вами тоже видели, как их много. А здесь у нас набор чайный на 12 предметов, 1410 рублей. Декорированный немного он золотом. Золотая каемочка по кружкам и по блюдцам. Мне нравится, как упакована коробка с бантиком. Такая подарочная упаковка. Я вам уже не раз набор показывала. Но его все подвозят и подвозят. Хорошо берут. Ну, согласитесь, он идеальный. Минимализм такой. Никаких нигде подтеков, ничего нет. Здесь у нас наборы столовые. 1388 рублей на 13 предметов. Немного их потрошили, видимо, смотрели, какие именно рисунки. И как я уже сама видела, что здесь есть вот такой рисунок будет. Белые тарелки. Сейчас вам скажу, что сделано, конечно, это в Китае. Покажу вам поближе информацию. Вы часто спрашиваете про посудомойку. Можете сами почитать. И есть еще такой же набор. Полностью белые, просто белые, вот такие. Что входит в сам набор? Тарелка мелкая, 6 штук, 190 миллиметров, это диаметр. Ну, вот поближе вам покажу. Закрыла я крышки. Вот, знаете, такое ощущение, как зверье иногда. Посмотрите, все поразодрали. Ну, вот как продавать теперь людям? Ну, давайте смотреть дальше, что у нас тут по тарелочкам. Очень красивые тарелки. Она считается мелкая. Стоит 103 рубля, 22 сантиметра в диаметре. Чем-то даже подходит вот к этому набору. Но это тарелки продаются отдельно. Вот здесь вот они были. Вытащила я из короба. Подразобрали, видимо. Покажу вам информацию побольше. Тарелок здесь у нас много. Но я смотрю, что с ценами немножечко проблема. Если они будут дальше встречаться, я вам их обязательно покажу. А пока цена у нас вот тарелка на 540 миллилитров 140 рублей. Давайте посмотрим. Ну, вот эти мелкие, я помню, они были. Что-то около 100 рублей они стоили. Недорого. Сейчас смотрю, что их много завезли. И причем они разные по дизайну. Все красивые. Качество все хорошее, несмотря на то, что это произведено в Китае. Листики. Это все тарелочки десертные пока у нас идут. Вот эта вот окантовка золотая, она поблескивает. Если нужно стиль такой минимализм, тоже есть. Вот, к примеру, чем не подойдет. И давайте посмотрим сейчас блюда вот такие большие. Ну или тарелки обеденные. Они классные, такие яркие. Они еще были коричневые. Сейчас посмотрим. Нет, здесь только зеленые. И там тоже... А вот тут, по-моему, другой рисунок. Вот он, да, немного другой, смотрите. Ну, что-то интересное.
И к этим тарелкам есть еще десертные, они поменьше будут. И даже есть салатники глубокие. Вот они. Далее у нас супницы на 600 миллилитров, 72 рубля. Вот они. Я смотрю, что три цвета есть. Вот такой мятный. Ручка, кстати, с одной стороны. Красный и оранжевый. Сейчас посмотрим. Сахарницы у нас здесь спрятались. Помните, я в прошлый раз вам их показывала. И вы были от них в восторге. Это белорусское производство. С крышками что-то около 100 рублей они тоже стоили. Бульонница из стеклокерамики. Сделана в Китае. С ручками. 80 рублей на 450 миллилитров. Без крышек они идут. Какие большие салатники. 230 рублей. 24 на 24 сантиметра. Это материал опаловое стекло. Довольно глубокий. Такая квадратная, круглая какая-то форма. Эта тарелка считается как глубокая. Стоит 105 рублей она. 23 на 23 сантиметра. Такая же из серии, как вот эта вот квадратная. Еще я смотрю, что есть такая. Они здесь запакованы, еще никто не доставал. Давайте достанем. Вот такие вот маленькие, как бы десертными они считаются. 18 на 21 сантиметр. И цены на нее нету. Не вижу я пока. И из этой же серии блюдо овальное. 64 рубля. Ну как блюдо, такая тарелочка. Миленькая. На селедочницу похожа. 22 сантиметра. А что здесь у нас за красота? Вы только посмотрите, какой глубокий цвет. Это новая посуда. 119 рублей стоит такой салатник. Он на 750 миллилитров. Конечно, все это Китай. Я покажу вам информацию поближе. Но как они смотрятся классно. И видите, есть полосы. Где покоричневее, где поголубей. Обалденная просто серия. Мне очень понравилось. И я смотрю, что рядышком есть еще из этой серии салатники. Сейчас посмотрим и их. Тарелка глубокая. Я, к сожалению, не нашла на нее ценник. Но явно вот из этой серии она. Смотрите, какая классная. Как будто там прочерчили ее, знаете, вот эти круги каким-то, не знаю, фломастером, что ли. Но сделано очень хорошо. И опять же, по вот этим кругам. Видите, есть по серей, по голубей. Не так явно выражены эти рисунки. И тарелка плоская из этой же серии. Тоже ценник, к сожалению, я не вижу. Но я думаю, что в пределах 100 рублей. Здесь дороже как бы ничего быть не может. Какая классная вообще. Идем дальше. Вот такие салатники уже были. Немножечко отколон. По 68 рублей на 520 миллилитров они. Белая плоская тарелка. 52 рубля. 19 сантиметров в диаметре. Тоже их завезли много. Если нужно несколько штук, думаю, что подберете. Кружки для чая по 43 рубля на 300 миллилитров. Они стеклянные. С милыми бабочками. Достаточно тяжелые. Бабочки разноцветные. Есть еще и птички даже. И вот их много. Вот такие кружки. Это не новинка. Постоянно здесь есть в ассортименте. В двух цветах всегда. Желтые, голубые. Цены сейчас не вижу. Что-то стоили они около 70 рублей. Далее кружка цветы на 460 миллилитров, 70 рублей. Тоже мы их с вами видели неоднократно уже. Хорошая серия, постоянно привозят, добавляют, хорошо берут. Смотрите, здесь какие вазы есть, по 88 рублей, 22 сантиметра. Такие вазы мы точно с вами видели в упаковке в магазине «Светофор». А здесь они даже приехали, вот видно, что в спайках, в таких пакетах. Ну и берут их тоже хорошо, даже без упаковки. Можно выбрать разный орнамент, что-то они прилипли все. Прилипли просто все к скотчу. В принципе, они симпатичные. И букет влезет достаточно средний, не несколько веточек. Есть вот такого плана, но я вам их показывала. В светофоре мы видели их неоднократно уже.
Далее смотрим рюмки с рисунком. Одна штука стоит 44 рубля. А она на ножке. Вот такая серия в фикс-прайсе по 55 рублей. Точно помню, была. Салатники еще по одному. Вот есть они не упакованные, но они вообще все в упаковках. Не вижу я цены, но что-то стоили они около 80 рублей. Красивые салатники. Я хотела еще показать, что здесь есть набор стеклянной посуды на 19 предметов. 1190 рублей. Ну, вот такая вот она тонированная посуда из стекла. И сейчас вам покажу, что именно входит. Поближе смотрите. Пивные кружки стеклянные, 71 рубль на 500 миллилитров. Друзья мои, чтобы не затягивать сильно обзор, на сегодня я буду заканчивать, но продолжу здесь снимать. Будет еще много всего нового, поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И спасибо вам большое за лайк. Всем пока!